О романтике железной дороги 15-летний Вячеслав Пацурия мечтал с детства. Дядя мальчика работал машинистом, часто брал его с собой в поездки. Сегодня на Малой Южной парень и сам руководит составом, катает детей. Волнительно. Первый раз было очень волнительно. Ощущение, на тебя все смотрят, обращают внимание. Ты себя чувствуешь, главным. Контролируешь ситуацию, как-то привязывает, манит к себе. За свои старания Вячеслав в День защиты детей получил награды. Накануне помощник машиниста Малой Южной победил в конкурсе «Лучший в профессии». На нашей дороге детской проводился конкурс «Лучший по профессии». В нем участвовало 15 юных железнодорожников. Из них 6 деток оказались лучшими. Руководство Южной железной дороги очень помогает нам, помогает детям, юным нашим железнодорожникам. Вы знаете, от этого зависит их будущее и настоящее. Сегодня на празднование Международного дня защиты детей на Малую Южную пришли больше 2000 учеников из школ города и области. Молодые железнодорожники прокатили всех желающих по лесопарку. Чтобы проехались все, в первый день лета здесь пустили дополнительный состав. Маргарита Кузьмина, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».